Беленюк стал вице-чемпионом мира по борьбе. Жан Беленюк проиграл в финале турецкому борцу. Олимпийский призер украинец Жан Беленюк стал вице-чемпионом мира 2018 по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Беленюк в 1-16 финала победил Эйвилдаса Станкевичуса из Литвы, 4-2, в 1-8 финала взял верх над представителем Армении Артуром Шахининым, 4-1, в четвертьфинале поборол иранца Хосейна Ахмада Нури, 4-2, в полуфинале выиграл у азербайджанца Ислама Аббасова, 5-1. В финале Жан уступил Митиханаму Башарому из Турции, 1-2, оставшись с серебром. В финале борцы не провели ни одного приема, все решили судьи. Это третья медаль Беленюка на чемпионатах мира после бронзы в Ташкенте 2014 и золота в Лас-Вегасе 2015. Для сборной Украины по греко-римской борьбе это вторая медаль чемпионата мира, ранее бронзу завоевал Лемур Тимиров. По материалам сайта newsgro.com.